Дедушка Балбочану Василий Никитович, в 44-м его призвали в Красную армию. В 45-м году, в апреле, он был ранен в Кёнигсберге, нынешний Калининград. Получилось, что он попал под бомбежку, не бомбежку, снаряды рвали с обеих сторон. Он был в группе разведки. Он рассказывал, что одним снарядом его закапывал, другим раскапывал. Он с юмором рассказывал, но после этого он остался там в больнице, был ранен, остался инвалидом войны. 9 мая он встречал там в больнице в Калининграде. Он не любил про войну рассказывать.